85 призовників Дніпропетровщини урочисто склали клятву вірності українському народу. Новобранці відправляться до навчального центру сухопутних військ «Десна», щоб у подальшому нести свою службу у Збройних силах України. Загалом по області восени планується призвати близько 1500 людей. Це один із найбільших показників в Україні. В облдержадміністрації нагадують, жоден зі строковиків не відправиться до зони АТО. Про це раніше в ефірі 9 каналу говорив і військовий комісар області. Мы хотим немножечко изменить подход. Да? Мы не хотим, чтобы призывников искали там, с органами милиции и так далее и тому подобное. То есть вот сейчас ведь мы понимаем, что наше государство находится в состоянии войны. И действительно очень многие хотят служить Украине, хотят защищать свою родину. Вижу, что уже достаточно гражданского часа, треба идти служить. Я думаю, за эти полтора года я помужнею, стану крепче, больше. В принципе, с этим на этот расчет и делается. Тяжело, очень тяжело расставаться. Ну, вообще, я как бы всегда за армию, и поэтому, ну, сыновья должны служить в армии.